Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Оксана, мне 45 лет. Я за год и почти уже месяц похудела на... Все время забываю цифры, потому что они у меня меняются каждую неделю. Я похудела на 54 килограмма 800 грамм. Весила я 122,3. Сейчас мой вес составляет 67,5. Я все еще нахожусь в стадии похудения. На сегодняшний день моя цель 62 килограмма. Ну а дальше посмотрим, будет видно. Сегодня хочу рассказать о мотивации, с чего я начала. Первое, что я для себя решила, что это будет не диета. Диет никаких я больше не приемлю. Я просто перехожу на здоровый образ жизни. То есть ПП, правильное питание, полезное питание. И поэтому, в принципе, срывов быть не должно. Потому что, когда это не диета, и, в принципе, вы просто переходите на другое питание, ваш мозг спокойнее это воспринимает. Значит, первый шаг у нас определиться, что мы не сидим на диетах, что мы просто начинаем правильно питаться. Второй шаг – начать здесь и сейчас. Здесь и сейчас начать прогулки. Вот так вот. Не начать правильно питаться прям так и сразу, а начать прогулки. Прогулки на свежем воздухе. Начала я прогулки с собаками с 10 минут. Это был январь месяц, 30 января. В том году он был довольно теплым. И вот по 10, потом по 15, потом по 20 минут. Все больше и больше и больше и больше я ходила. Это у нас первый шаг к нашему ЗОЖ, к здоровому образу жизни. Далее подготовка. Когда я начала уже свое правильное питание, я понимала, что нужно исключить, но я не понимала, что можно теперь есть. Мне казалось, есть нечего абсолютно. Все наши знакомые вот эти блюда, все наши супы, все наши стандартные, там, так скажем, блюда, да, они все равно содержат то или иной компонент, который как бы вроде и нельзя. Поэтому рекомендую заранее подготовиться. Вот этого я не сделала, и это было очень, очень нехорошо, так скажем. Заранее подготовиться, найти ВКонтакте очень-очень много разных групп, которые публикуют ПП-рецепты. Также и в Одноклассниках, я думаю, есть, и в Инстаграм есть. И начать себе сохранять рецепты. Можно завести тетрадочку, это даже интересней. Можно в сетях себе где-то в сообщениях все это закидывать. В общем, накопить себе рецепты именно из обычных простых продуктов, которые мы сможем с первого дня начала нашей новой жизни готовить, чтобы быть уверены, что с первого же дня мы не будем думать, что поесть, и в голодухе как бы не найдемся того, чего нам не нужно. Дальше. Следующий пункт и как совет – приобрести весы кухонные, у кого их нет, ну, хотя сейчас у многих хозяек они уже есть, и маленькие тарелочки. У нас, как в обычной семье, были обычные стандартные тарелки, ну, где-то такой величины, да, под второе, довольно большие тарелки суповые, и я не понимала, как контролировать, допустим, визуально даже порцию, я много кушаю или мало. Вот, поэтому я купила себе малюсенькие тарелочки под второе, они, наверное, больше даже как детские идут. И малюсенькие тарелочки суповые. А в них вмещается, я проверила прям водой и по весу, в них вмещалось максимум 400 грамм еды. Максимум. То есть это вот, ну, суп до краев мы наливать не будем, правда? Поэтому 350 в среднем туда помещалось еды. И это как раз таки размер нормального желудка. То есть 300-400 грамм. Размер нормального желудка. Желудок наш выглядит вот так. Вот. То есть вот такой у нас желудочек. Понимаете? Не сильно-то и большой. На самом деле. Дальше. Последний пункт я оставила как раз таки саму мотивацию. Зачем? Первое, это зачем? Это самое главное. Затем, что мы просто переходим на правильное питание для здоровья. А теперь мы можем написать список. Что нам это даст? Что нам это даст? В моем случае здоровье. Это в общем, конечно, сказано, но здоровье. У меня перестанет болеть спина. У меня не будет одышки. У меня не будут болеть ноги. Пятки болели, потому что невероятно, даже спустя час после того, как я потопчусь. Далее. Это в плане здоровья. Далее внешний вид.
все, наверное, замечали, у кого очень много, особенно лишнего веса, что все-таки наше общество относится не очень хорошо к толстым людям. Вот как ни крути, но не очень хорошо. Таким образом, изменив внешний вид, мы также еще повысим самооценку. Мы сможем покупать вещи не только через интернет. Я заказывала себе вещи только через интернет. Потому что в нормальных магазинах я просто могла туда даже не заходить. 64 размера не было. Я забыла, что такое магазины. Я заказывала на том же, не знаю, Василькея, Вайберис, еще где-то. В общем, на разных сайтах я искала вещи большого размера. И заказывала все через интернет. И, естественно, не всегда это было удачно. Не всегда вещи подходили. Это очень и очень напряжно, когда ты не можешь просто пойти в магазин, в соседний магазин и купить все, что ты захочешь. Это тоже очень большая мотивация. У кого-то мотивация может быть также, допустим, рождение ребенка. И это вообще очень важно. Еще важнее, наверное, всего на свете. Потому что часто у девушек, которые страдают избыточным весом из-за гормональных нарушений, да, ну, не наступает беременность. Им прям рекомендуют очень похудеть. Поэтому тут вообще на весах будет ребенок, тортик. Вообще, да, несовместимые вещи абсолютно. Далее, в моем случае также это был хороший сон. Я очень плохо спала, даже перевернуться сбоку на бок было довольно тяжело. Также и в бытовой какой-то, и в личной гигиене, и, как я уже говорила, даже в одевании носков, да, очень большие затруднения, когда у тебя огромный живот, он тебе мешает. Это даже знают девочки, которые просто были беременны. Вот. Ну, а полные люди тем более это знают, это всем знакомо. Это выматывает. Это до такой степени выматывает и до такой степени неприятно, что это тоже будет отличной мотивацией. И если вдруг наша мотивация нас покинет, мы всегда можем открыть этот большой список. У каждого он должен быть как можно больше. Расписывайте прям по пунктикам, очень основательно и подробно. И если вдруг у нас что-то перемкнет в голове, и мы будем думать, что, наверное, может быть, не надо, надо все это почитать, да, и понять, что вот этого всего, о чем мы нафантазировали, о чем мы мечтали, не случится. Все останется как прежде, и если это здоровье, то это будет еще хуже с каждым днем. И самое главное, наш первый пункт. Наша самая главная мотивация – это то, что мы перешли на правильное питание, на здоровый образ жизни. И, в принципе, как бы в первую очередь мы пришли не для того, чтобы даже худеть. А вот именно похудение – это наш приятный бонус, офигенный приятный бонус, который мы получаем за здоровый образ жизни. Я уверена, что организм каждого за это отблагодарит. Вот мой организм просто счастлив, я так считаю. Мы вообще раздвоились, если честно. Мне кажется, я уже с ним даже разговариваю. Потому что нет сонливости после еды, много энергии. Даже просто сейчас прям пообедав, да, я могу бежать по своим делам, и мне не хочется лечь и поспать. Вот. И, конечно же, плюс от ходьбы, какие были положительные эмоции. Просто понимаете, даже не ради того, чтобы худеть, но это в любом случае получится, что вы будете худеть, да, исключив очень-очень много гадостей из своей жизни и подключив сюда движение, вы в любом случае получите от своего организма огромную благодарность в виде сброшенных килограммов, в виде хорошего самочувствия и замечательного настроения. Еще один пункт – это не ставить себе огромные цели. То есть, если мне надо было вес скидывать со 122 килограмм, да, там мне пришлось, конечно, большую цель поставить. Моя первоначальная цель была 75 килограмм. Вот. Когда я стала приближаться к этой цифре, я поняла, что это очень много. Пока еще для меня это очень много. Тем более, рост у меня 158 сантиметров. Следующей моей целью было 65 килограмм. Сейчас, когда я ее почти уже достигла, я могу себя трезво оценить, да, насколько у меня еще, сколько у меня еще лишнего, как я еще себя чувствую и так далее. Тем более с моим ростом 158 сантиметров, все таблицы, все приложения показывают, что мой вес должен составлять максимум 62 килограмма. Поэтому теперь моя цель уже отложилась до 62 килограммов.
А там я посмотрю все-таки и на состояние кожи, и на состояние тела. То есть сейчас, допустим, у меня еще очень много лишнего, это ноги полные еще, там животик все равно еще надо убирать, талии еще практически нету, хотя вот так вот плечики-то вроде уже хорошо похудели. Вот, возможно, еще пару килограмм придется скинуть, посмотрим. До костей я, конечно же, худеть не хочу, потому что это не полезно. Наш жир тоже вырабатывает гормоны, которые нужны нашему организму. Поэтому до костей худеть не будем, но посмотрим на дальнейшее. Поэтому тоже, девочки или подписчики моего канала, зрители мои дорогие, ставьте себе такие небольшие цели. Можно начать там с 10 килограмм, да, если у кого-то там 20-30, не знаю сколько лишних. Если совсем маленький вес, то там понятно, что вы его сбросите так довольно быстро, с одной целью. То есть надо 5 скинуть, я скину и все. Но если это большой вес, ставьте понемножку. И когда вы будете приближаться к этой цели, либо вы ее достигнете, похвалите себя и продолжайте дальше, поставив новую цель. На этом сегодняшнее видео я закончу. Кто не подписался на мой канал, прошу подписаться и поставить колокольчик, чтобы первым узнавать о моих новых видео. А в следующем видео мы с вами поговорим об основах моего питания. Всем отличного настроения и пока-пока!